хорошо. Добрый вечер. Это видео, да, видео выйдет уже следующим роликом. И сейчас вы видите, как мы собираем елку. Снегом. Да, снег там нападал. Это снежок из дома. Искусственный. А, вот. Да, вот. Это не снег, это краска. Хочу научиться. Я хочу научиться вот эти штуки ставить. Научишься, ага. Это искусство. Вот скажи, что это просто краска. Ну, конечно, это краска. Я же говорю, это не снег. Мы решили тут поставить. Это сделали, чтобы было вот красивое. Угу. Где ты стоишь, да? Да вот там, где собирает Вася. Я вообще тут предлагала. Вот сюда. Но Вася говорит и Настя. Мы, в общем, диван туда далеко сдвинем. Здесь будет стол стоять. Поэтому елка только тут. У дивана можно, знаете, вот эту вот выдвижную ящик вот этот выдвижной на ту сторону поставить. Ну, хотя посмотрим. Так, ну что, раздвигаем? Ну, да. На секундочку. Чего? Можно. В общем, Вася сейчас поедет. Обнаружился брак. Видите как? Вася, я приделаю, я там скобу поставлю, ту-ту-ту. Я говорю, время есть полчаса. Но, правда, елка дорогая, отчиска ездить. Так 6800 мы отдали. Конечно, да. Съездили. Есть у них. Сейчас. Пусть нам другие дадут, да и все. Съездили, поменяли. Да. Так. На целые. Угу. Ну, правда, немножко там повозмущались. Может, вы сами сломали? Вася говорит, я могу видео предъявить. Как мы ее разобрали, даже ничего не делали. Да, мы только ее открыли. Ну. А я открываю. Все время новогодние. Вот видите, немножко есть плюсов в том, что мы снимаем. Что? Ну, они не ругались, ничего, просто пытались немножко. А знаете что? Тома уже украсила свою кухню. Ну, потом покажем. Надо решать. Значит, вы там говорите, вот здесь вот это попадайте в кадр, пожалуйста. Вот где-то со стороны говорите. Вон там я повернула. Вы видите, что дети это сами выбирали. И вот смотрите, купили мы 30 метров вот этих. Это на улицу, на наш можжевельник. Ну, вот, это уличная. А это домашняя, такая маленькая. Угу. Вопочки, как раз пустили. А еще там она будет хорошая. А мне казалось, купить вокруг дома. Это не получилось бы, да? Вокруг дома, я не знаю, наверное, это очень много. Дома нет, это на самый верх надо. У вас красивая елочка. Ты что в боку? Ну и воткнула. А вот эти там тоже попрячешь. Вот там положи еще рано. Мама, ты какая красивая. Это тоже блестящая. Мы бы могли свою забрать, но очень далеко мы переезжали. Ну ничего страшного. Зато мы красивее купили, да? Да, просто красивая. Настя звонила, она говорит, ну все, Софийку привезу, посмотрим. Если не сломает вашу елку, значит себе тоже купим. Ага, надо же посмотреть, как себе отреагируют на елку. Да. Только шарики надо помощь. Да ничего страшного. Подожди, подожди. Я пока. Тонечка, подожди, надо сперва. Расправить. Все веточки расправить. А я расправляю. Вот смотрите, вот эти веточки, вот видите, вот это вот. Надо тоже вот так поднимать, начиная отсюда вот так. А я поднимаю. Ты еще не будешь поднимать? Нет. А что не хочешь? Он смотри, боится. А что бояться-то? Укусит елка. Елки тебя укусят? Вот так каждый. О. А я уже почти все расправила. Ну, вот так вот надо все. Вот. А еще у нас елочка пушистая. Вот эти вот веточки, видите, они тоже кривоватые. Тоже можно их расправлять. Ну, смотри, как я бантиком сделала. Угу. А я боялась, что там вот еще не доделаю. Так хорошо, что... Я говорю, я хотела настоящую. Ага, надо подлетать, надо выцепиться. Подлетать они не хотят. Наши друзья тоже говорят, лучше не покупать настоящую. Кого? Кто говорит? Друзья наши. У них у всех искусственные. Ну,
А уже чуть-чуть упало. Ее можно каждый год вешать. Ой, ставить. Но с краской тоже будет краска падать. Она не будет падать. Ну все. Расправляйте нашу красавицу. Положи мне. Вот, я решаю. Сейчас папа верхушку ставить будет. Так, вот, Саша, унеси ножик. Я на всякий случай. Давай, Санечка, я унесу. Вы расправляйте. Ага, не так. Никогда вот так только неси. Неправильно подаешь ножик. Папа, ты надо скотчем расправлять? Надо скотчем. А, надо. Вот такие надо справиться. Может быть, трогать пальчики? Ну, подожди, не надо пока вешать. Стоп, ты что, на каждую кровать вешаешь? Не надо пока вешать. Да мы не так вешаем. Сейчас туман. Пока что не вешаем. Ты не вешаешь. Ура. О, так чуть-чуть. Ого, себе какое высокое. Выше меня. Конечно, мы же сейчас будем расправлять. И на папу надо заставить до верхушки. До верхушки? Да. Чуть-чуть вот так вот. Покажи. Вот так. А кто мама? Она выше меня. Первым делом вместо игрушек сначала гирлянду. Потом игрушки. Потом звездочку. А вот удлинитель как раз. Я бы, наверное, где выставить? Вот тут. Вот. Прям тут? Да. Надо чуть-чуть это двинуть, подвести сюда свет. Я хотела. У нас там сколько? 10 или 8? Все заняты, да? Одна. Нет, одна здесь свободная. Одна? Да, одна только самая дальняя. Много, конечно, надо. Мама, еще тут не расправить. Давай. Не расправить? Расправить. Да, с тобой. А может, мы немножко сюда вот так? Проедем. Смотрите, какая большая. В боку как-то она. Вот сюда вот так. Сдвиньте елку. И будете вы по центру. Вот. Во. Вот я треногу немножко поправлю. Там просто говорит, болтает. Я вот тут. Мы не справляем. Я справляю. Верхушку я не достаю. А я на этой треноге как оператор могу. Смотрите, вот так расслабила треногу. Раз, пониже опустила. Ага, нифига не могу. Вот. На тому Сашей попустила. Потом берешь вот так раз, 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 раз. О, круто, смотрите, я буду тут стоять и буду это крутить. Там может быть красивые фоточки для одного гостя. Ну конечно. Обязательно. Ой, да ладно, вот так поставлю. Ой, извини, тоже. Вот так вот. Пустовато не было. Вот вы можете себя видеть в камере. Ого, да. Помогай нам. Мам, чтобы не помогать вешать гирлянду с папой. Достать. Тебе вот это подойдет или принесу с кухни? О. Угу. Наверху как-то вот так вот, как сейчас. На, папа. Сейчас папа поправит. Удалось. Такая, ох. Это красивая елочка. Она была такая же почти, но немного повыше, без белых. Да. О, красный. Да, без краски. Сейчас папа покажет там, да, друг? Мама, возьми еще вниз, вот так вот. Сейчас там сразу выцепит. Не-не-не, Тома, не сюда. Тома, нет. Нет, нет. Это на самом деле. Это папе подай. Он папе дай сейчас. Верхушку поставит. Папе дай. Том, папе дай. Папа сейчас наверх. Вот так вот красиво. Нет, папа, красиво. Подожди. Тома. Подожди. Внутри такая красивая. Тоже влезает блестки. Да, мне кажется, если детишка будет Новый год знать праздновать, он будет там под елкой. Да-да-да, будет новогодний подарок. Помню, как тут все эти играли. Дарили детишу. Под елку клали, он там лежал. Да, потом выключен свет. Включен, там посмотрим, как красиво будет. Он снишь эти дождик все и делает. Да, с тошкой.
Всегда вот так тык-тык-тык-тык. Он всегда потерял. Не вернулся. Вот если бы кошка тут была, бы я украсила. Давай, Саша, подавай, Саша. Ёлка бы не было, Саша. Хоть упала бы, да. Ой, ёлка упала, Котика. Хотела проключать. Хоть ты молодая, энергичная. Вот. Верхушку сделали. О! Аплодисменты студию! Сейчас будем украшать! Нет, сейчас не гирлянды, гирлянды. Ёлки. Я сильно поправила, чтобы пустых мест не было. Вот, что надо вот унитель принести, да? Вась. А, я думала, тут... Сейчас я принесу удлинитель, сейчас отец посмотрит. О, она движется. Она веет. Типа, это же не работа. Такая большая. Ну, та больше. Я показываю. Котика, полазь давай по этой елке. Дай, смотри. Щекотишь меня. Все, вот этот удлинитель не трогайте. Пусть он всегда здесь будет, да? Мне спасибо за три секунды, мне нравится шарики. Особенно женщины. А вот этот мам можно отключить, чтобы ближе быть. Да нормально, хватит. Ну вот видишь, хватит. С папой проверим. Софийка приедет, надо будет прям следить очень сильно. Надо вон сюда розетку подвести. Да зачем? Ну, чтобы роутеры подключать. А, роутеры. Ну, да. Это Тома на улице. Да, я не знаю. Где у нас на улице елка? Вот тут. А нас... Вы до елки прибрались хоть? Папа. Я вас спросил. Ты вас спросил. Ну, я спросил. Возле елки давай. Возле какой? На улице. Да. А у нас есть еще одна такая маленькая гирлянда, Саша. А еще маленькая, две елочки маленькие растут. Вот тут, да. Прямо на улице. У нас еще есть такая маленькая, Саша, гирлянда. Кругляшочки вот такие беленькие. У нас есть еще одна. Потом тебя не видно, ты слишком маленькая. Вот, как вы. Ничего. Ого себе, какая длинная. Тише, иди проверь. Смотри, какая елочка. Иди смотри. Тише, под елку прячься. Чтобы тебя никто не заметил. Сперва елку нарядим, потом Тишка будет там прятаться. Да. А, ты помидорик будет. Саш, принеси нашу эту гирлянду. Принеси. Зачем? Мы зрителям покажем. Вот он. Длинненькая, хорошо. Ну, вот так вот всю ел. Длинненькая. А тоже вот длинный. Много. Надо подметать. Кстати, тут можно менять цвета. Вау, смотрите. Жалко, что у нас камера на треноге, я вот так вот покажу вам. Как у нас тут все происходит. Смотрите, как красиво. Такая яркая. Вам здесь тут камера? Да, вот такая яркая. Вот, да, вот так вот у нас там верхушка. Папа уже поставил. Помпончик. Я вот называю его помпончик. Да? Помпончик. А там можно, есть такая кнопочка, можно переключать цвета. Угу. Вот с самого верха начнем. А помните, в каком-то году у нас была такая лысая елка? Папочка, не делай, нет. Без игрушек, типа? Не надо. Нет, она была настоящая, она была лысая. Да, я помню. Как это понять? Ну, мало веточек, наверное. И мало хвоинок. Так, кто умеет вешать? Василий Владимирович. Все, свет кончился. Вот так, ага. Зачем ты кота приволокла? Вот, он боится. Да.
Тиша. Тома, дай. Иди на улицу. Не надо. Или так, сверху. Вокруг, вот тут. Нет. Вокруг, вот так прям. Как раньше. Так, ходи, я тебе буду продавать. Начинай сверху. Дарин, иди ты. Ой. Ага, вот так. Держи. Не запуталась сейчас. Вот и так. Я буду... Пап, надо наверх встать. Это было удобно. Ага. И вот так вот ее поверху пропускать. Не надо. Потом мы замучимся разбирать. Ты уверен? Тихо, подожди, ты не трогай. А, ну ладно. Нифига себе, это... На два это... На каждой рядочке, там же рядочки есть, вот на рядочке ложи. Так, свет включил в комнате. Какой? Тишка. Тишка. Красиво она прям так светится очень сильно. Я буду вот тоже вот, а будет там катить. Угу. Все. А уже игрушки, дети, вы будете сами полностью разложить. Да, только... Мы только вот это сейчас с папой тут. Надо попытаемся. Еще вон сверху. Вот сюда сверху. Она очень так, длинная, Саша. Нам подобрали очень да. Хорошо, кстати. Так, правильно? Там не запутывай ее. Наверное. Положите ее. Отойди, уберите руки, отойди. Я же не натягиваю. Иди туда, рукой не надо, то не хватит нам. Слышишь? Хватит, мам. Уверен? Еще одну копию сделали. У нас еще есть. Да, у нас а еще будет есть. У нас же веревенькая. У нас, мам, еще маленькая есть, Саша. Че? Гирлянда, если не хватит. Ну, она это белая просто. Возьми, не могу. Нет. Да. Тихо. Сейчас тихо. Девочки, не надо тянуть, там удлините. Не тяните. Тома, не тяни. Тома, не тяни, не тяни, елка упадет. Положи. Пусть вот так лежит. Не, где вот тут эти клеточки надо тут расправить. Даже еще есть осталось. Девчонки расправили в одну сторону, а надо, чтобы они торчали во все. Тык. Санечка, отпусти, милая. Женя шатается, елка. Там удлинитель больше. А нам еще даже хватило. Ну-ка, сейчас я посмотрю. Вот пусто. Идеально смотрится на камеру. Здесь еще пусто, Саша говорит. Нет, вон на самом верху. Там нет, там здесь. Да, на самом верху пусто. Где? Вот, а вот все это. А можно еще попросить вот так поправить и все. А там пусто. Есть, сюда. Да, верх надо было побольше. Нет, пока не надо. Подожди, милая, сейчас будем исправлять. Так, дорогие мои, девчонки начинают украшать нашу елочку, красавицу. Я думаю, что красиво получится. Ты думаешь, красиво? Я тоже думаю, что будет красиво. Мы ее выбирать красиво. Вы бы хоть показали, какие мы купили. Золотые, есть красные. Такие, видела? Угу. Золотые, красные, серебряные. Серебряные. Желтые. Золотые. И золотые. Серые. Ой, подождите, надо было повернуть, чтобы вы видели, что вы показываете. Да. Да все три так возьми. Ага, зацепилась. Показать вот штучки не теряйте, мы потом это обратно их. Мы выбирали, там было, конечно, может быть, большой выбор, там были вот такие маленькие, но были вот такие. А я очень красивые. Очень красивые. Особенно золотые. Мне нравятся золотые серебряные, мне больше всего красные. Тоже потеряли. Лежи.
Сейчас, подожди, она у тебя не включилась. Так, дорогие мои, покажу потом конечный результат. Ручки украсили. И мы сейчас выключим. Женя хочет выключить. Та-дам! Красота, Тиша, да? Тиша, иди смотри, какая у нас красота получилась. Куда пошла? Включи нам свет. Я подарочек. Дети сами все украсили. Все, я подарочек. Очень красиво. Ты подарочек. Будем сейчас... Сейчас покажем. Дариночка, иди сюда, доченька. Пицца, на которой будет. Да. Ну что, тут вот немножко по темноте идем, по темноте. По темноте, по темноте. Включай свет. Вот. Так, Тиша, я ему не разрешаю, он лазит по столу. Когда он дома, мы кухню закрываем. В общем, мы тут все кушали. Вы знаете, я говорила, что я купила сайру для того, чтобы приготовить. Но Настя мне прислала фотографии, видео там. Ой, я прям не могу. У меня все желание готовить отпало. Почему? Ну, ничего. Она, может быть, на своем канале расскажет, да, что там, как там. И Дарина сейчас, может быть, Женя ей с Сашей помогут. Да, я не знаю. Дарина будет делать пиццу. Да. Вот на таких готовом, на таком готовом тесте. Там, тут, вот. Ничего, тут, в принципе, ничего не надо делать. Я сейчас все нарежу майонезом, кетчупом, все покладу. И в духовку. Да? Это говорится, пицца за 5 минут. Угу. Знаете, это есть такая пицца, раскатываешь, ну, покупаешь прям готовую пиццу, вот таких разогреваешь и все. Да? Да. Ну, а у нас девчонки будут. Можно, знаешь что, только когда будешь, сыр натираешь, колбасу мелко режешь. А мелкую колбасу, а сыр крупный. Да, да. Мы делали из или этого... тонкими вот такими, ну лучше не мучиться, просто нет, вот так вот. Вот так. Да, да, да. Мы делали на мой день рождения сосиски птицы из этого теста. Ну, сосисок мы не довязала Саше без рукавку. Единственное, знаете, вот здесь вот много убрала. Я вообще хотела оставить так. Видите, вот здесь вот я сделала такой вот рубчик, узорчик, чтобы не обвязывать. Но придется обвязать. Мне просто лень перевязывать. Лень, матушка, перевязывать. И я, наверное, вот так вот обвяжу. Все-таки сделаю вот такую. Это вот я вязала без отрыва. Видите, вот так вот. Спасибо. Да, в общем, вот так вот сделаю. Вот так вот. Небольшой такой V-образный воротничок. Я думала, будет коротковато. Нет, длиннее не надо. Она, надеюсь, я ее постираю, не растянется. В общем, все, сейчас я ее тут вот обвяжу, постираю, и можно будет уже в школу одеть. Иди, мойся, иди. Сейчас! Она помогала Дарине. Она сидела и... Сиделый. Это, оказывается, там написано для чебуреков. Их надо было готовить на плите, а не в духовке. Но все равно очень вкусно. Ну, Дарина все переживает, что они не приготовились. Нет, они приготовились. Да, потому что тесто нужно... Не коричневое. Да. Ну, да. Видите, как... Какая сейчас вкусно-то. Ужин начнется, и мы будем кушать. Да, Саша уже помылась, и сейчас очень напряжение. Давай, давай. Нет, Женечка, давай. И мы начнем писать письма. Нет, давайте, когда Патриша... Ну, давайте, пока. Я уже даже придумала, что я закажу. А я забыла, что я хотела. Я забыла, что я хотела. Такие точечки водой опыляешь, как она называется. Не знаю. Все заранее придумал, готовишь, чтобы все не забыли. Ну, короче, как бы ты пришел, опыляешь игрушку водой, она же блядь. Так, смотрите. Сейчас мои дорогие девочки, мои любимые, будут писать письмо Деду Морозу. Ну, а то она рисует, что она хочет, да? Рисует. Девчонки уже знают, что они хотят. Да. Мы сейчас прервемся, а дети будут писать и рисовать. Котиком. Ну, все. Рисуйте, Ава, рисуйте. Там Дарина пицца. Ну давайте. Женя закончила. Покажи, как ты его оформила письмо.
Во, какое красивое. Это тут елки, здесь салют уже у всех должны. И, а у меня вот вон как. Искорки. Ну, красота. Искорки такие, такие сердечки. Ну, давай. И вот. Письмо от Жени, двоеточие. Здравствуй, дедушка Мороз. Я хочу учиться на одни пятерки по математике. Еще я хочу уточку вторую с одеждой и очками из ТикТока белую. Фабрику слайма со вкусом ананаса. А еще я люблю покушать мандарины. Я хочу, чтобы наша семья была счастлива. Я помогаю маме и все. Ну, молодец, спасибо. Моя умница, моя. А я только два подарка. Я забыла написать. У меня место есть. Сашенька. Еще я забыла Лего. Лего, девчонки. Здравствуй, Дедушка Мороз. Меня зовут Сашенька. Мне 9 лет. Я родила в 2012 году. Я учусь на одни пятерки, четверки, бывает четверок с минусом. Я живу в России. Я люблю рисовать. Я люблю Дедушку Мороза и Снегурочку. Я помогаю мамочке и папочке и своим старшим сестрам и маленькой внучке Софиечке. Внучке. Она научилась ходить с комнаты на комнату. Она всегда приезжала в гости и радуется нами. И я, София, радуюсь. Я хочу, чтобы родители жили долго и счастливо, чтобы никогда не умирали. Я хочу себе на Новый год тройной слайм с запахом банана. Я еще хочу детскую косметичку и огромную копилку тигра. Я очень люблю свою семью. Очень-очень сильно. С праздником тебя, Дедушка Мороз и Снегурочка. Я желаю вам счастья и добра. Растите самые лучшие. Пусть весь мир был добрым, лучшим. Никогда не ругался. Пусть мир еще будет веселым и красивым, чтоб никто не унывал. Желаю вам счастья и добра. Я вас люблю очень сильно. Буду всегда счастливыми, красивыми, добрыми. Праздником вас, Дедушка Мороз, Снегурочка. Моя ты умница, моя ты золотая девочка. Да. Молодец. Тома, давайте ты. Давай я прочитаю. Я писала, я прочитала. Я хочу, Тома тут сама что-то понаписала. Я хочу, вот что она хочет, игрушечного котика рыжего. Еще я хочу игрушечный домик, коляску, кашу и так далее. Ну, ты понимаешь. Ой, Дедушка Мороз поймет. Кроватку не забудь. Не забудь. Тут она нарисовала. Молодец. Она нарисовала здесь елочку с монарками, фейерверки, я так поняла, снег коричневый. Ну, снег. Это домик наш. Да, моя золотая. Да, все тебе Дед Мороз принесет. Умница моя, умница. Теперь моя очередь. Здравствуй, Дедушка Мороз. Ну, нет, покажи, как ты украсила. Я еще не нарисовала, что тут это. Да, ну, нарисую что-то. Здравствуй, Дедушка Мороз. Меня зовут Дарина, мне 15 лет. Я живу в столице Ладоги. Я люблю свою семью и вообще весь мир. Я хочу Новый год себе копилку тигренок. Я очень люблю этот праздник. Я люблю помогать родителям. И еще я очень веселая и очень милая и добрая девочка.
Я надеюсь, что ты увидишь это письмо и исполнишь мой подарок. С любовью, Дарина, не забудь. Тоже не забудь. Да, два сердечка. Ты моя славная. Молодец, доченька. Все, вот такие письма дети написали. Кошечков дали. Знаете, что я сделаю? Что? Дед Мороз, конечно, прилетит, прочитает. Но давайте мы эти письма сохраним. На следующий год вырастите, не прикиньте, вы это прочитаете, как это будет. А как же это сделать, начитать? Каждым годом сохранять все письма, а потом где-то ну каждый. Да, своим детям могли бы прочитать. Я буду хранить. А как Дед Мороз узнает, что мы захотим? Можете, вы можете написать там, Женя, там вот как Саша написала, 9 лет, и ты тоже напиши. Я написала, Дарина, 15 лет. Ну я вот. Напишу. И у Томы напишите, Тома, 6 лет. Женя, прям вот у Женя, 9 лет. Да, мы их оставим на окне, Дедушка Мороз прочитает, но не заберет. Да, мы его попросим. Не забери. Да, и мы их сохраним. Надо было все письма сохранять, было бы да, очень интересно. Да, тогда было бы классно, скажем, будем читать, какие подарки мы каждый год заказывать. Да? Да. Я все, я написала еще раз, можно прочитать? Ну, я дополнила здесь некоторые. Дополнила? Да. Тебе надо, доченька. Я хочу лего. Девчач. Девчач. Жень, 9 лет, не забери, не забудь. Все. Всем пока, всем до завтра. Всем пока, всем пока. С наступающим Новым годом.